Добрый день, дорогие друзья! Праздники наши прошли, Новый год встретили, православное Рождество отметили, встретили, и католическое Рождество тоже уже прошло. Так что начинаем вязать, времени стало уже побольше. И я хочу показать вам в сегодняшнем видео вот такие тапочки. Сплошная подушва, шва нет, задничек связан вот так вот. Взяла два цвета ниточки. Здесь мы будем вязать фантазийный узор. Очень интересный узор. Смотрится красиво на тапочках. И вяжется он очень просто. На размер этот 38-39. Я вязала в две ниточки. Вот такой пряжи я вязала. Вот пряжа у меня 20% вискоза, 80% полиакрил. 100 грамм 230 метров. Я брала в две ниточки, и одну и другую, это одинаковая пряжа, только разные цвета. И спицы у меня 3,5, вот они, спицы 3,5, потому что я брала в две ниточки. Итак, девочки, начинаем вязать. Узор состоит из 13 петель. Количество петель делится на 4, плюс 3 для симметрии и плюс 2 кромочные. Я набираю 13 петель в 2 ниточки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Освобождаем одну спицу и начинаем вязать. Нечетные будут у нас ряды изнаночная сторона, четные будет лицевая сторона. Кромочную петлю мы снимаем. Далее вяжем 3 лицевые. Далее снимаем следующую петлю с накидом, делаем прямой накид, не обратный к себе, а от себя прямой накид, и снимаем, не провязывая. 3 лицевые, накид снимаем, 3 лицевые и кромочная вяжется изнаночной петлей. Второй ряд, лицевая сторона. Кромочную снимаем. 3 лицевые. Далее у нас идет петля и накид. С таким же накидом мы снимаем опять петлю и накид. 3 лицевые. Опять снимаем петлю и накид с накидом. 3 лицевые, кромочная изнаночной провязывается. Третий ряд. 3 лицевые, кромочную снимаем. 3 лицевые. Дальше у нас тут кучка идет, петля и 2 накида. Мы их провязываем вместе. Набрасываем рабочую нить наверх, затем справа налево вводим правую спицу внутрь всех трех этих петель, провязываем изнаночной, делаем прямой накид, придерживаем пальчиком и еще раз провязываем изнаночной. Далее 3 лицевые. И повторяем наверх, спицу вводим внутрь этой вот кучки, которая петля и 2 накида, провязываем изнаночной, накид, придерживаем пальчиком и еще раз 3 вместе. Далее 3 лицевые и кромочная изнаночной. И четвертый ряд, последний. Кромочную снимаем.
Далее 2 лицевые. Затем следующая у нас идет изнаночная, мы ее снимаем. И тут у нас идет лицевая, мы ее также снимаем и одеваем вот так вот на обратную сторону. И назад изнаночную. Вяжем 2 вместе с наклоном вправо. Затем 1 лицевая и 2 вместе с наклоном влево. Вот у нас вот такой вот получается рисуночек. Далее 1 лицевая, снимаем петлю первую, снимаем лицевую, переворачиваем, одеваем назад 2 петли и провязываем слева направо 2 вместе. Затем 1 лицевая и 2 вместе с наклоном влево. Далее вяжем 2 лицевые и кромочная. Вот у нас получился вот такой вот рисуночек. Вот так он будет смотреться на тапочках. И начинаем узор с первого ряда. Я не буду вам еще раз рассказывать, буду медленно вязать, вы смотрите. Первый ряд провязали, второй ряд, третий ряд. И четвертый ряд. Две лицевые. Одна лицевая тут. Переснимаем. Так. И провязываем слева направо. Одна лицевая. Две вместе. Две лицевые. Кромочная. Все. Вот провязали мы второй ряд рисунка. Итак, начинаем с первого ряда. Я вязала, считала их вот так вот ряды. Вот я считала вот за вот эти вот, как дырочки, вот 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. У меня получилось таких вот 8 вот таких вот рисуночков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 пучков вот таких вот. Но это на размер 38-39. Если вам надо размер меньше, сделайте 7. Если нужен больше, сделайте 9-10. Но они тянутся, видите, вот. Теперь это у нас изнаночная сторона. Мы провяжем все петли лицевые, все 13 петель. Последняя кромочная. Дальше по лицевой стороне первую снимаем, дальше провязываем 2 вместе, кромочную снимаем, далее 2 вместе, затем вяжем все петли лицевые, не довязывая 3 петли. И слева направо провяжем 2 вместе. И последняя кромочная. Немножечко мы тут сузили мысик. Так, что мы делаем дальше? Кончик нитки у нас остается слева. Мы подвигаем все на правую сторону. Затем, вот начиная с этой стороны, я беру другой цвет и начинаю вот здесь вот собирать петли. Я на этом тапочке добрала 18 петель. Давайте померим, сколько у меня получилось тут сантиметров, потому что некоторые просят сантиметры говорить, некоторые просят ряды считать. Пряжа у всех разная, поэтому я замеряю. Вот смотрим, что у меня получилось. Вот у меня получилось 12 сантиметров. Вот 12 сантиметров у меня получилось. Как вам ближе показать? Вот так вот. Так, беру другой цвет. И вот, начиная с этой вот стороны, это лицевая сторона у нас, добираем 18 петель. Берем за 2 косички. Вот у нас тут 2 косички. За счет того, что мы последнюю провязывали изнаночную, кромочную, а первую снимали, у нас образовались вот такие косички. Так, 1, 2, нет, еще не 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18. Так, подвигаем эту спицу. Затем 11. У нас было 13, мы по 2 убавили. Значит, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, естественно, здесь мы набираем 18. Тоже берем за 2 косички. 1.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Так, мы вот по кругу набрали петли. И теперь вяжем поворотными рядами лицевыми 1, 2, 3, 4, 5 дорожек или же 10 рядов. Первую снимаем. У нас тут получилось... сколько? 47 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Так, 47 петель. Итак, мы одну дорожку провязали, то есть два ряда. Вот у нас одна дорожка есть. Еще нам провязать всего 1, 2, 3, 4, 5. Еще 8 рядов. Вяжем туда-сюда лицевыми. Итак, смотрим. Вот я провязала 10 дорожек. Ой, 10 рядов, 5 дорожек у меня получилось тут вот. Ниточку я отсюда обрезала. И сразу, наверное, заделаем ее, чтобы она тут не мешала нам. Я вот по изнаночной стороне 2 протяну. И потом одну протяну. Ой, девочки, простите. Тарахтят мне спицы тут. Так, на 2 узелка. И обрежу. Так. Теперь, что мы делаем дальше? У нас на спице 47 петель. На подошву я взяла 11 петель. 47 минус 11, 36. Делим пополам. 18. Теперь я беру опять первый цвет и провязываю. 18 петель. Кромочная также считается. Провязываем ее лицевой. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Дальше вяжем 11 петель подошвы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Посчитаем, чтобы здесь тоже было 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Из этих 18 мы 2 вместе вяжем изнаночной. Переснимаем ее на левую спицу, которую мы 2 вместе провязали. Разворачиваем на изнаночную сторону. И вяжем, эту не считаем, вяжем 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Мы сейчас на изнаночной стороне. Провязываем на изнаночной стороне из этих 18 петель, вяжем 2 вместе одной лицевой. Пересняли на левую спицу, провязанную 2 вместе, разворачиваем и вяжем 11. Десять, одиннадцать. Мы на лицевой стороне. Нам нужно вот эти петли убавить до последней петли. Поэтому провязываем по 2 вместе в каждом лицевом и изнаночном ряду. В лицевом ряду мы вяжем 2 вместе изнаночной. Теперь мы на изнаночной стороне вяжем 11, которую мы 2 вместе провязали, мы ее не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А по изнаночной стороне мы вяжем 2 вместе одной лицевой петлей. Вот так вот. Разворачиваем, переснимаем и вяжем только эти 11 петель. В конце ряда провязывая по 2 вместе. На лицевой стороне вяжем 2 вместе изнаночной, а на изнаночной стороне мы вяжем 2 вместе лицевой. Развернули. Я повторила несколько раз одно и то же, потому что была у меня тут такая ситуация недавно. Но не понимает женщина и все, как это так вы вяжете тут, а вот эти крайние. Вы провязывали, по-моему, 10, ну с крайними-то 12. Как считать мне, 12 или 10? Я объясняла, показывала, рассказывала. Уже там девочки вклинились тоже, начали объяснять. Так женщина не поняла. Поэтому я вот несколько раз уже повторила. Итак, девочки, вяжем дальше до последней петли, убавляя все вот эти боковые петли. Итак, довязали мы до конца, убавили все петли. У нас сейчас 13 петель, 11, которые мы вязали, и 2 кромочные, которые мы провязывали по 2 вместе. Теперь вот складываем вот так вот тапочек наш. И смотрим, у нас тут рисунок был, так, сколько мы петель набирали, потеряла, 13 петель, да, нечетное количество. Вот у нас как серединка, тут у нас 3 петли было, да, вот серединка у нас будет, и еще 2 петли вот сюда вот мы откладываем вправо. Вот начало рисунка,
Вот наша идет, не знаю, понятно я вам говорю или нет. Вот у нас где было начало, это вот пучочка, да? 1, 2, 3, 4, 5. И вот начало. Вот мы маркер поставим. Начало этого вот у нас этого бугорочка. И здесь вот начало бугорочков. Здесь по 3 петли мы оставим. Итак, мы провязали последние 2 вместе. И теперь мы вяжем изнаночными, добираем петли вот до маркера. Так, тут первая петля, что-то мне не очень удобно будет. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Вот эти две я сразу заделаю. Рассоединилась. Так, две свяжу и отрежу, чтобы она не мешала. Так, 6. Семь. Восемь, девять, десять. Разворачиваем наизнанку, провязываем лицевыми, кромочная, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. И здесь добавляем 1, 1. Лицевыми вяжем уже 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот у нас серединка осталась. Маркер тоже можно оставить. Или просто по 10 петель наберите без этих маркеров. Если вы хотите, чтобы здесь было шире, то можно здесь немножко больше оставить. И кого как получится, девочки. Здесь же нет никакого правила. Просто чтобы, если вы вяжете один такой, то и будет второй такой, должен быть и второй такой же. Дальше мы вяжем лицевыми. Обратно все петли. Так, посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три петли у меня получилось. У вас может быть немножко по-другому, может также, смотря какой вы размер вяжете, смотря у вас какие у вас нитки, спицы. Итак, смотрим, девчоночки. Значит, мы провязали здесь, и вот по кругу мы набрали петель, тут только 5 петель оставили. Остальные мы по кругу набрали петли для того, чтобы нам вязать потом дальше задничек. Сейчас я померяю, что у меня здесь вот получается. Вот такой вот тапочек у меня. Ну, он еще, конечно, вязать и вязать. Так, девоньки, сейчас я, наверное, постелю сюда какую-нибудь подстилку. Меня бесит вот этот стук спиц. Вас, надеюсь, тоже. Так, и теперь мы дальше продолжаем вязать вот это сюда-назад, сюда-вот-назад. Мы вяжем и меряем на ножку. Я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 дорожек или 30 рядов. Все петли мы вяжем лицевыми. Первую снимаем и дальше вяжем лицевыми. Итак, смотрим. Я провязала здесь 15 дорожек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. На спице у нас 33 петли. 9 петель я взяла на пяточку. 33 минус 9, 24. И делим пополам 12 петель. Итак, вяжем 12 петель. Потом 9 петель вяжем пяточки. То есть вяжем сейчас мы 21 петлю. Провязали мы 21 петлю лицевыми. Теперь тут у нас тоже 12. Теперь мы из этих 12 вяжем 2 вместе одной изнаночной. Разворачиваем, переснимаем и вяжем средние 9. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Из этих 12 мы вяжем по изнаночной стороне 2 вместе одной лицевой. Разворачиваем. Провязанную петлю переснимаем и вяжем 9. Девять и две вместе. Итак, убавляем, провязывая только средние 9 петель, убавляя по бокам постепенно в каждом ряду, провязывая по 2 вместе, пока у нас останется здесь по бокам 4 петли недовязанные с одной и с другой стороны. И потом будем убавлять пяточку. Развернули и вяжем только средние 9 петель. Девять и две вместе одной изнаночной. У нас постепенно эти петли уходят. Так, убавляем дальше, пока 4 петли у нас тут не останется недовязанные.
Так, вот у меня осталось здесь 4 недовязанные петли, и с этой стороны 4 недовязанные петли. Теперь по лицевой стороне провязываем лицевыми. Так, провязали, не довязывая вот эти вот 2 петли. Мы берем эти 2 и третью берем из этих 4. Тут у нас уже останется 3 петли. И провязываем вместе одной изнаночной все 3 петли вместе. Повернули на изнанку, пересняли и дальше вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 петли здесь у нас, и третью берем из тех, которые мы оставляли 4, и провязываем 3 вместе одной лицевой. Развернули, пересняли провязанную петлю, дальше вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, теперь у нас 3 остается, берем 3 петли и провязываем одной изнаночной. Тут у нас 2 останется. Пересняли провязанную петлю. 1, 2, 3, 4, 5. И опять 2 петли отсюда и третью боковую. Провязываем 3 вместе. Разворачиваем. Пересняли. И вяжем 1, 2, 3, 4, затем изнаночной также 3 вместе, остается 1 петля. Развернули, пересняли, 1, 2, 3, 3 вместе, осталось по 1 петле. Развернули на изнаночную сторону, 1, 2 и последние 3 вместе изнаночной. Одну пересняли, дальше одну провязали и 3 последние вместе. И теперь мы отрежем ниточку и провяжем, я собрала на крючок последние 3 петли, вот так, и закрепила сразу. Вот у нас получилась вот такая вот пяточка. Так, слава богу, хоть уже спицы не тарахтят. Вот у нас получился вот такой тапочек, девочки. Если вам он понравился, такой тапочек, без обвязки, померяйте на ножку, значит, можете так оставить. Но я еще обвязала. Во-первых, он стал чуть-чуть выше, ну и как-то, мне кажется, он стал какой-то симпатичней. Я взяла ниточку, которую я вязала, вот это вот, и обвязала крючком просто столбиками, без накида. Я взяла толстый крючок я такой прям толстый крючок, не знаю какой номер, старый, мне муж его делал, у меня такого крючка толстого нет, поэтому такой он у меня, я очень редко им пользуюсь, но когда надо, я вот беру с задней стороны, чтобы не так было соединение видно, и вот так вот крючком. Так, одна воздушная. Девочки, вязать крючком умеете, значит, вот так вот в каждую
я провязала просто вот такими вот столбиками без накида каждую петлю. Или обвяжите кто как хочет. Провязала один круг и второй круг. Я здесь закрепила и отрезала ниточку. Ну вот, девочки, заделываем все кончики ниточек. У нас получился вот такой вот тапочек. Тепленький, удобный, высокий. Связаны в две ниточки. Вот такие тапочки сегодня мы с вами связали. Кому понравились, берите ниточки, спицы, крючок, ножнички и начинаем вязать. Подписывайтесь на канал. У меня очень-очень огромный выбор тапочек, пинеточек. Ну и кое-что там еще есть другое. Но в основном у меня канал тапочки и пинеточки. Некоторые пишут, что вы тапки, тапки, пинетки. У меня канал такой. Если вы хотите что-то другое связать, пожалуйста, ищите на других каналах. У меня канал именно тапочки и пинеточки. Иногда шапочки, иногда там носочки или еще что-то. В основном у меня тапочки и пинеточки. Выбор огромный. Есть из чего выбрать на любой размер, на любой вкус, на любой цвет. Так что смотрите и выбирайте. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Они выходят у меня регулярно. Ну а на сегодня я буду с вами прощаться. Всего вам доброго, дорогие друзья. Жду вас на своем канале. И до новых встреч. Всем пока.